сегодня в программе. В общем, я ее уломал. Я сам нашел платного хорошего врача, потому что в обычную клинику она не соглашалась. Я сам посадил ее в машину, довез до клиники. Там 2 часа прождал. Она вышла и сказала, что все нормально. Дана Горкина родила дочку рано, сразу после школы. Сейчас Кристине 5 лет, и Дана утверждает, что отец девочки – Макар Туманов, ее первая любовь. Туманов в недоумении, ведь 6 лет назад он настоял на том, чтобы девушка сделала аборт и сам отвез ее в клинику. Почему женщина подала иск только сейчас? Я не хотела с ним заниматься сексом, потому что я же его не любила. Да, конечно. Нужен он мне. Но я понимала, что либо секс, либо увольнение. Я выбрала секс. Галина Сутулова уверена, что отец ее дочери Ксении – Михаил Орлов. Галина рассказывает, что Михаил под угрозой увольнения заставил ее вступить с ним в близкие отношения, в результате которых и появилась Ксения. Михаил связь Сутуловой отрицает и уверен, что ее иск – просто месть за увольнение. Слушается гражданское дело по иску Горкиной Даны Александровны к Туманову Макару Юрьевичу об установлении отцовства ответчика в отношении Горкиной Кристины. Девочке сейчас 5 лет. И о взыскании с ответчика алиментов в размере 1/4 его доходов ежемесячно. Ответчик иск не признает. Дана, поясните, пожалуйста, свидетельство о рождении в графе «Отец». Кто у вас записан? Горкин Александр Васильевич. В графе записан вымышленный персонаж, но на самом деле это дочка Макара Туманова. Дело в том, что мы познакомились с Макаром, когда мне еще не было 18 лет. И как только наступило, мы решили пожениться, но перед этим, так сказать, пробно пожить. И его родители, и мои были не против, они нам даже сняли квартиру. И весной 2014 года мы начали жить вместе. А летом, опять же, 2014, мы поехали в Тверскую область на фестиваль, где мы Кристинку и... сделали. Вот. Во время фестиваля как бы мы веселились, сами понимаете, музыка, тусовки и тому подобное, и мы не предохранялись. Поэтому именно в это время мы и сделали Кристинку. Но после фестиваля я ушла. Все понятно. А вы сказали ему, что вы от него беременны? Конечно, я ему сказала об этом, но Макар настаивал на аборте. Плюс он в целом ко мне как-то охладел к этому времени, и готовлю я не так, и убираю я не так, в общем. А потом еще на фестивале на него какая-то девица вешалась, поэтому, когда я ему сказала про беременность, а он мне про аборт, я ушла. Угу. А почему вы раньше с таким не обращались? Последние 5 лет я жила с своим почти мужем, Алексеем Викторовичем. Это мой бывший начальник. Когда я училась еще в школе, я заканчивала курсы секретарей референтов. И поэтому меня по знакомству устроили в хорошую, солидную компанию, где как раз начальником был Алексей Викторович. Я сразу заметила, что я ему понравилась, и уже будучи беременной Кристиной, я подумала, что дочку как-то нужно содержать, вот, и решила ответить на притязание своего шефа. Вы видели, как он радовался, когда я сказала, что я беременна от него, но... Дочка родилась 7-месячно, естественно, я Алексею Викторовичу об этом не сказала. Вот, и он мне поверил. Угу. А вот ваш любовник поверил, что он биологический отец? Правильно же я поняла сейчас вашу слово? Да, просто он тогда поверил. Почему он не вписался в свидетельство о рождении? На тот момент Алексей был женат, но детей у него не было. Он сказал, что попозже чуть-чуть он и установит отцовство, и оформит брак. Но даже несмотря на это, последние 5 лет мы жили абсолютно безбедно. Ну как можно не любить Кристиночку? Он нам и квартиру купил, и машину купил. То есть, меня все устраивало, но последние 3 месяца назад Алексей, к сожалению, скончался от обширного инфаркта, хотя ему было всего 47 лет. Вот, и я подумала, квартира, да, у меня есть, машина тоже есть, но дочку, Кристиночку, на что-то нужно содержать, и поэтому я решила, что пусть платит алименты ее родной отец, Макар. Ваша честь, можно слово, да? Я считаю, что дочь Даны никак не может быть моей, во-первых, потому что тогда я настаивала на аборт, и она его сделала. А подождите, еще... почему вы в этом так уверены? Почему вы уверены, что она сделала? Может, не сделала, и вот как раз-таки Кристина ваша дочка. Ну как, это было все на моих глазах. В то время она сказала, что она беременна. Я, естественно, начал ее сначала отговаривать. Она не соглашалась, плакала. Но мои аргументы были в пользу того, что мы молодые, и нам еще рановато. И самое-то главное, что мы на фестивале. Тогда все выпивали, мало ли что родится. В общем, я ее уломал. Я сам нашел платного хорошего врача, потому что в обычную клинику она не соглашалась.
Я сам посадил ее в машину, довез до клиники, там 2 часа прождал. Она вышла и сказала, что все нормально. После чего мы приехали домой, она 2 дня со мной разговаривала. Ну, я думал, стресс там, да, все естественно вроде. И потом вышла из комнаты и сказала, что от меня отходит. Я не знаю, о чем она там думала, но как бы девочка взрослая, ее выбор, я не стал останавливать. Вот так было. И уже 5 лет прошло, представляете, ну 5 лет, за 5 лет я уже успел жениться. Я там в делах поднялся. И тут заявляется она и говорит, что подает на тест на отцовство. Ну что, дура, что ли, ты все с ума сошла, ты же его сделала, я вообще ничего не понимаю. Дело в том, что у меня еще есть версия, что она через 3-х наших лиц, там, друзей, знакомых, узнала, что я сейчас поднялся, как бы, что я хороший веб-дизайнер, и у меня есть сайт с большим количеством подписчиков, и все работает. И к моим денежкам, видимо, решила припасть. Я только так вижу. Потому что, ну, так она не отрицает, она же просит с вас алименты, конечно. Вы сделали тогда аборт или нет? Нет, Ваша честь, как абсолютно верно вы заметили, я не сделала тогда аборт. Да, действительно, Макар меня привез в клинику. Он сидел, ждал, да, я не спорю. Но, знаете, я когда туда зашла, я как увидела эти все приборы, я в целом хотела ребеночка оставить. А мне еще медсестра говорит, у вас так беременность хорошо протекает. Ну вот и сроки, и, ну все, ну оставьте, оставьте. Я на приборы, на нее, ну, разревелась, и я не смогла. Я посидела, поплакала час там, вышла, Макару сказала, что все сделала, и после этого от него ушла. То есть ты мне наврала, получается, да? Ты меня хладнокровно привез избавляться от собственного ребенка. Это было просто логично в тот момент сделать именно так. Какой хладнокровие? Я не делала аборт. И, ну, в качестве доказательства я хочу пригласить свою маму, Горкину Наталью. Она знает, что моя дочь от Туманова. И в этом нет никаких сомнений, если можно. Горкину Наталью пригласите, пожалуйста. Это ты пока там 5 лет веселился. Что может сейчас в этом деле мама сказать? Ну, она... что вот она может в этом деле? Она видела, как все это происходило, и с твоей стороны, да, тоже. Наталья, здравствуйте. Я все видела. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, дочка ваша от кого ребеночка родила? Ваша честь, моя дочь воспитанная, достойная девочка. И я прекрасно знаю, что до Макара и во время того, как они встречались, у нее никого не было. И поэтому я на все 100% уверена, что Дана Кристиночку родила вот от этого молодого человека. У нас очень доверительные отношения, и она мне всегда все рассказывала. И о том, как они познакомились, что у них роман. И о том, как на фестивале на этом Дана застала Макара целующимся там с какой-то девушкой. И самое омерзительное, то, что вот этот товарищ, когда узнал, что Дана беременная, мало того, что он нашел врача, сам привез ее хладнокровно на аборт, ждал, когда она там сделает аборт. Вы представляете, я когда это все узнала, я была в шоке. Но я, естественно, ее успокоила, сказала: Дана, рожай, ничего, мы сами вырастем. Тем более Кристиночка, посмотрите, какая красивая, она очень на него похожа. Ваша честь, после того, когда Кристиночка уже родилась, Дана переехала в квартиру, которую купил ей тогда Алексей Викторович. Она уже с ним жила. Я, конечно, помогала, Кристиночка, моя любимая внучка. Так вот, однажды, когда я залезла в шкаф, чтобы достать чистые пеленочки, оттуда выпал конверт. И на нем написано было письмо матери к дочери. Даночка, ты меня, конечно, прости, что я его прочитала и вот принесла сюда, но это доказательство того, что отец... Передайте, пожалуйста, через судебного пристава. Да. Вы знаете, там не обязательно читать все письмо, потому что там очень много личного. Но я не знаю, вы сами прочитаете или мне сказать? Да, Кристиночка, любимая моя доченька, если вдруг со мной что-то случится, то знай, что твой родной папа Макаров, Макар Юрьевич Туманов. Ну, вы сами понимаете, что... Мам, ты, конечно, молодец, что сохранила это письмо, но так, у меня был такой послеродовой депресняк, что я могла написать туда, ну, много личного, чего не стоило никому читать. Так вот, молодец, дочь, я испугалась, что ты его выбросишь. Ну, это же доказательство, да, того, вот, что, вот, собственно говоря, отвечка является биологическим отцом вашей, да, дочки, Кристина. Ваша честь, можно я приглашу сюда свою жену Туманову Александру Михайловну?
Туманову Александру, пожалуйста, пригласите. Да. Она что она подтвердит? Она просто в курсе того, господи, что Дана сделала уже аборт? Потом была в других отношениях. А пускай, может, она про это расскажет. А ты забыл? Ты забыл, когда вы поссорились? Ты пришел с таким букетом, мама, умолял, чтобы помирить вас. Мама, ты помнишь? Не вспомнил, она не хотела, а я как дура, как идиотка поверила, что ты ее любишь. Здравствуйте, Александра. Он не помнит. Александра, вот Дана Горкина утверждает, что ваш законный супруг является биологическим отцом ее дочки Кристины. А вы это можете опровергнуть? Мы с Макаром учились на одном курсе. У нас завязались отношения. После он спутался где-то с этой Даной. Ей тогда еще, по-моему, 18 не было. И на тот фестиваль в 2014 году мы поехали большой компанией. Он тогда уже с ней наигрался и ко мне хотел вернуться. И вот как-то утром я увидела, как она вылезла из палатки Антона Зайцева. А ты что, за ней следила? Так, а что это за такой Антон Зайцев? Кто это такой? Одногруппник, и они с Макаром еще в то время дружили. Так, что у них там, что-то было с этим Антоном? То есть вы считаете, что это он является биологическим отцом ребенка? Ваша честь. Я услышала разговор, как она с девочками обсуждала, то, что не помнит, было у них что-то или не было. И кто-то из девчонок посоветовал ей посмотреть на поведение Антона. Так вот, наблюдаю такую картину, подходит к ней Антон, обнимает ее, говорит что-то вроде бы «детка моя», Дана и замерла. И когда Антон отошел, она девчонкам говорит «значит, было». Да я и сейчас и замерла. Врет, да. И не краснеет. Просто такое ощущение, что она за палаткой врет, стояла. Я не знаю, может быть, ты книжек там, я не знаю, каких-то начиталась, романов, может, где-то передачи видела. А может быть, у самой что-то такое было, нет? Не знаю, но ваша честь, говори, меня говори. С Антоном ничего не связывает. Я когда пришла, увидела его с этой вот Александрой, Александра, да, вот, увидела в палатке, я так плакать начала, у меня просто слезы градом, но я присела на пенек, Антон подошел, успокоил меня, проводил свою палатку и ушел оттуда. У нас ничего с ним не было. А тут она меня выставляет какой-то пьяницей, я не знаю, гулящей девицей, а я вообще тогда не пила. Ваша честь, я так подтверждаю, она никогда ни в ночные клубы не ходила, не пила, не курила. Ничего быть такого не могло, поэтому я уверена, что отец моей Кристиночки — это Макар. Ваша дочь хорошо знает Антона Зайцева? Вы об этом знаете? Да, знаю. Вот послушайте, она что психологу рассказывает. Кристина, ты с мамой живешь? Да, а папы у меня уже давно нет. А где твой папа? Мама говорит, что он улетел далеко-далеко. А я знаю, что он умер. Он хороший был. Постоянно к нам приходил и подарки дарил мне и маме. Ты, наверное, очень по нему скучаешь, да? Я очень-очень к нему скучаю, но мама сказала, что у меня скоро будет новый папа. А как зовут твоего нового папу? Не знаю. Думаю, дядя Антон. Вот какой он мне зайца подарил. Он Зайцев. Вот Зайцев и дарит. Смешно, правда? Я не знаю. Про Антона же говорит, да, ваша дочка? Да, она говорит про Антона, но он заходил к нам пару раз уже после смерти моего Алексея. И, ну, как-то еще до Алексея он мне предлагал куда-то сходить, может быть, встретиться, но я сразу сказала, что я замужем. И вот он объявился только после того, как, к сожалению, не стал Алексей Викторович. Я не знаю, откуда он узнал, и я не виновата в том, что он просто понравился моей Кристиночке и решил там как-то сам, я не знаю, за нас, за всех. Быть такого. Он действительно хочет решить за вас, за всех, потому что он подал иск и просит установить его отцовство в отношении Кристины. Пригласите, пожалуйста, Зайцева Антона в зал суда. Научный вот ты мне интересно, скажи, ты уже сколько женат, да? Вот почему у вас детей нет? Да ты наверняка... Антон, здравствуйте, вот сюда, пожалуйста, проходите. Не лезьте в нашу семью. Так же на аборт посылаешь. Своей разберитесь. Антон, вы на каком основании посчитали, что Кристина ваша дочка? Ваша честь. И я что уверен, ж так что... долго ждали-то с установлением отцовства? Ну, я просто уверен 100%, что это моя дочь, потому что когда она была зачата, вот, мы с Даной хорошо проводили время. Вот. Это все началось как раз на фестивале, когда мы большой компанией туда собрались. Ну и, как говорится, на фестивале. Я когда узнала про то, что он иск подал на отцовство, я чуть в обморок не упала. Ну, Антон, ну взрослый мальчик, ну должен понимать, что дети из ниоткуда не берутся. Дана, зачем ты меня унижаешь? Ведь я же люблю тебя. Ты разве не помнишь на фестивале в 2014 году, что было? А после, когда мы с тобой несколько раз встречались, и ты постоянно плакала, что тебя Макар не ценит, не любит, и после этого получала райские наслаждения. Поэтому Кристина вполне может быть моей дочерью. Она похожа, мы как две капли воды.
Ваша честь, когда у Даны помер ее сожитель, я стал к ним чаще заходить, наглядываться, и, соответственно, мы с Кристиной познакомились, вот, и немного притерлись. И после этого я понял, что это моя дочь, я хочу принимать участие в ее воспитании, и чтобы она росла в полноценной семье со своим отцом, со своей матерью, и она, чтобы была. Какой из тебя отец? Я тебя умоляю. Ну, взрослые люди, ну не неси ты. А почему из него плохой отец? Ну, он не может быть просто отцом моей Кристиночки, потому что отец моей Кристины — Макар. Мы это еще выясним. Речь сейчас идет об алиментах. Я понимаю, но алименты алиментами, но отец... Макар, что я с него могу содрать? Он работает непонятно где и непонятно что. Угу. Суд выслушал аргументы сторон и показания свидетелей. Пришло время ознакомиться с результатами ДНК-тестов. Принесите, пожалуйста, конверты. Да, я вообще ничего не понимаю. Что творится? Кто это? Просто друг. Спасибо. Вот сейчас что узнаем. Итак, сначала оглашаются результаты генетической экспертизы Туманова Макара Юрьевича. В рамках проведенного исследования методом молекулярной генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Туманова Макара Юрьевича и Горкиной Кристины Александровны. По результатам настоящей экспертизы Туманов Макар Юрьевич не является биологическим отцом Горкиной Кристины. Такого не может быть. Я говорил, что... Это стопроцентная ошибка. Такого не может быть. Я знаю, что он отец моей Кристиночки. Ты вообще, может, за экспертизу заплатил? Может, заплатил там еще? Как тогда за аборт хотел? Ну, факты есть факты. Потому что знаю, что будет так. Да такого просто... Кристина, оглашаются результаты генетической экспертизы Зайцева Антона Николаевича. В рамках проведенного исследования методом молекулярной генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Зайцева Антона Николаевича и Горкиной Кристины Александровны. По результатам настоящей экспертизы Зайцев Антон Николаевич является биологическим отцом, да, Горкиной Кристины Александровны. Боже, как я счастлив! Теперь у нас с тобой будет полноценная семья, Дана. А с чего вы решили, что у вас будет полноценная семья? Что, она за вас замуж, что ли, пойдет? Это из-за тебя. Это все из-за тебя. Если бы я тогда не пришла, не увидела себя в палатке с вот этой вот гадиной, вот с ним бы ничего уже не было. Это ты виноват во всем. Да, ты взрослая девочка, ты же должна знать, что с одного раза тоже дети получаются. У нас один раз всего вот было, в Москве мы даже не виделись вообще. Письма новые своей девочке. Вывела я тебя на чистую воду. Хотела с моего мужа алименты содрать. А скажите, пожалуйста, Дана, вы почему не рады? Вот Антон Зайцев вроде бы вас любит, девочку хочет воспитывать. Вообще, почему вы так расстроены? Почему мне радоваться? Мне тут плакать надо. Он работает, получает 30 тысяч, чинит компьютеры, телефоны. Он на что будет Кристину содержать? Господи, Дана! Мы все с чего-то начинали. Дана, ты вообще, ты понимаешь, что ты творишь? Ты чего у меня такая непутевая? Первого мужика, нормальный у тебя был мужик, ты его до ЗАГСа не довела, отцом не записала, теперь второго, блин, по глупости потеряла, ну что, добилась своего? Будешь получать алименты, вот с этого ничтожества. Какое ничтожество? А ничтожество? Мадам, выбирайте выражение, давайте выражение будем выбирать. Господи, вы же какой... Когда ваша дочь отвела Макара и начала искать себе богатого папеньку для ее дочери, он тоже был нищим. Я как бы тоже сейчас не богатый. Он был, а ты до сих пор нищий. Я еще прорвусь. У меня все в начале. Весь мир у моих ног. Весь мир. У меня есть мое слово и мои шары. Какой бред. Мы поженимся с Даной. У нас потом будет счастливая семья. Перееду к ней. Если нам денег хватать не будет, ей же оставил кто-то, папик, ее машину, правильно? Ну, продадим, и 3 миллиона нам хватит. Как вы уже распорядились не вашим имуществом. Вот и вся любовь. Ну, начинать надо с чего-то. А в мою квартиру переехать, конечно, он живет так с мамой сейчас, с сестрой, с двумя племянниками, ко мне переехать, машину мою продать. Не, я с тебя все равно алименты заберу, потому что ты с паршивой овцы, как сам понимаешь. Но замуж я за тебя не пойду, и Кристиночку ты воспитывать не будешь. Я найду себе нормального мужа и нормального отца. Вот он, нормальный отец. Я суд здесь, я готова. Суд для вынесения решения. Далее в программе. Я не хотела с ним заниматься сексом, потому что я же его не любила. Да, конечно. Нужен он мне. Но я понимала, что либо секс, либо увольнение. Я выбрала секс. Галина Сутулова уверена, что отец ее дочери Ксении – Михаил Орлов. Галина рассказывает, что Михаил под угрозой увольнения заставил ее вступить с ним в близкие отношения, в результате которых и появилась Ксения. Михаил связь с Сутуловой отрицает и уверен, что ее иск
просто месть за увольнение. Кому ребенок? У нас будет полноценная семья. Я не говорила, что у тебя ничего не было. Я не знаю. Тишина в зале суда. Оглашается решение суда. В иске об установлении отцовства Туманова Макара Юрьевича о взыскании с ответчика алиментов отказать. Иск Зайцева Антона Николаевича удовлетворить, установить отцовство Зайцева Антона Николаевича и указать в актовой записи рождения ребенка в графе «Отец» Зайцева Антона. Суд не устанавливает отцовство Туманова Макара, потому что утверждение истца, что он является биологическим отцом ее ребенка, опровергается заключением молекулярно-генетической экспертизы. Суд удовлетворяет иск Зайцева Антона Николаевича, потому что заявление истца, что он является биологическим отцом дочери ответчика, подтверждается заключением молекулярно-генетической экспертизы и другими обстоятельствами, установленными в ходе данного судебного разбирательства. При таких обстоятельствах суд указывает истца в графе «Отец» в актовой записи о рождении ребенка. Спасибо. Судебное заседание закрыто. Господи. Правда, вас тоже смывало. Ты понимаешь, ты опозорила меня, опозорила себя. Но не будет. Мам. Слушается гражданское дело по иску Сутуловой Галины Анатольевны Карлова Михаилу Владимировичу об установлении его отцовства в отношении Сутуловой Ксении, девочке сейчас 1 год, и о взыскании с ответчика алиментов в размере 1/4 его заработка ежемесячно. Ответчик иск не признает. Галина, поясните, пожалуйста, в свидетельстве о рождении в графе «Отец» Сутулов Михаил Владимирович. В свидетельстве о рождении записан вымышленный человек. Угу. Фамилия моя, а имя отчество полностью соответствует имени-отчеству господина Орлова. Ваша честь, я иск Михаилу Владимировичу подала, потому что это он является биологическим отцом моей Ксюшеньки. Я по-хорошему целый год ему писала, чтобы он родной доченьке помогал. Но он меня вначале в телефоне заблокировал, потом в соцсетях. И на электронной почте тоже не отвечает. Галина, вы при каких обстоятельствах с Михаилом познакомились? Дело в том, что 2 года назад я окончила школу и переехала в Москву. Я хотела поступить на актерский, но, к сожалению, провалила творческий конкурс и не смогла попасть в институт. Тогда я решила вернуться домой. Я живу в поселке Зуевка Кировской области. Но Лана, она меня уговорила остаться в Москве до следующего года. Мы познакомились с Ланой вот во время поступления. Она тогда как раз 2 раз подряд не смогла поступить. В общем, я подумала и согласилась. Лана привезла меня в свою квартиру, ну, которую до этого снимала с какой-то другой девочкой. Вот, и оставила меня там у себя жить. И пообещала помочь мне с работой. Дело в том, что Лана, она работает в ивент-агентстве у Михаила Владимировича. Вот, они занимаются проведением праздников для взрослых и для детей. И мне Лана сказала, что если я устроюсь в это агентство, то за год мне достанется множество ролей. Я наберусь опыта, и тогда точно смогу стать актрисой. В общем, Михаил Владимирович взял меня к себе на работу. Ну а потом, в конце сентября, у его сына, младшего, ему исполнялось 3 годика. Ну и, естественно, Михаил Владимирович в своем загородном доме устроил грандиозный праздник. Собрались почти все сотрудники нашего агентства. Мы для малышей показывали сказку «Волк и 7 козлят». Мне досталась роль козы. Коза, коза, если бы я знал, сколько ты мне неприятностей доставишь, я тебя вообще на порог своего агентства не пустил бы. Не перебивайте, суд потом даст вам обязательно слово. Продолжайте. Простите. Истец. Вы являетесь отцом моей Ксюшеньки. Нет. И должны помогать мне ее растить. Нет, нет. Хотя бы деньгами. Нет, да. Нет, нет. Ваша честь. 22 сентября 2018 года, когда я была козой на дне рождения сына Михаила Владимировича, после представления все сотрудники пошли переодеваться, а меня одна маленькая девочка задержала и вот никак не хотела меня отпускать. В общем, я пошла переодеваться в комнату, которую оборудовали под гримерку, когда уже все сотрудники сидели за столом. В общем, как только я сняла костюм, дверь открылась, и вошел Михаил Владимирович. Мне сразу не понравилось, что он дверь на ключ запер. А он мне такой говорит:
что я была неубедительна в роли козы, и поэтому меня нужно уволить. Это правильно. Я расплакалась. Конечно, правильно. Я расплакалась. Вот. Потому что если бы меня уволили, тогда мне бы нечем было платить за квартиру, и пришлось бы возвращаться в Зуевку. Угу. А я не хотела. Скажите, что мы... а что произошло после того, как он сказал, что вы уволены? Потому что не справились с ролью козы. Неубедительны были в этой роли. Я расплакалась. И когда я заплакала, он ко мне подошел, начал меня обнимать. И говорит, что я, мол, не выношу женских слез, вот, и готов пока вас не увольнять. Дал, так сказать, мне шанс поднатореть. Вот, в общем, потом он начал... ко мне приставать, начал целоваться. Все это правда. Неправда. Начал ко мне приставать, целоваться. Я не хотела с ним заниматься сексом, потому что я же его не любила. Да, конечно. Нужен он мне. Но я понимала, что либо секс, либо увольнение. Я выбрала секс. В общем, трагедия прям. В общем, тогда он меня не уволил. Ну, а потом я поняла, что беременна. Я подошла к нему и сказала: «Михаил Владимирович, я понимаю, что вы женатый человек, у вас двое детей, и на мне вы никогда не женитесь. Но я не буду делать аборт». Сказала: «Повысьте мне, пожалуйста, зарплату. А когда рожу, помогайте деньгами». А он меня послал? Конечно. Просто послал. Но дочку я от него родила. Нет. У меня никаких мужчин других не было. И да. По срокам все сходится. Я надеюсь, сейчас... Так, давайте по срокам. События происходили 22 сентября 2018 года, когда вы играли козу на дне рождения. А в июне 23 числа в 2019 году на свет появилась Ксения. Да. Угу. Ну что, будете продолжать отрицать, что приходите с отцом Ксении? Ваша честь, ну, конечно, я не отец этого ребенка. Перед нами типичный вот представитель Фройс-Бурлаковых, которые просто собой заполонили Москву. Они думают, что могут стать какими-то великими актрисами не ценой усилий там и таланта, а просто через постель. Через постель. Я через без постель. Всяких постелей добьюсь. У меня вот таких, я вам честно могу сказать, провинциальных дур было столько в моем ивент-агентстве. Но сейчас я почистил ряды и стараюсь брать только актеров, либо студентов старших курсов. И вот я расскажу, что 22 сентября был день рождения, 2018 года, был день рождения у моего сына. И там был спектакль. И Сутулова играла роль козы. И после того, как спектакль окончился, еще актеры в роли играли с детьми. И я слышу какой-то шум, гам. Я подхожу, и вот эта коза валяется на траве и блеет. Я смотрю, у нее она пьяная. И это произошло еще до того... Неправда, я вообще не пью. Правда, это произошло до того, как я дал официальную отмашку о том, что актерам можно пить. Неправда. Хорошо, вот был у меня рядом Стас Желякин, он взял ее и убрал ее в гримерную. Угу. А вы заходили в гримерную комнату? Да, я заходил. Проверить, как там коза. Да, я заходил в гримерную комнату только для одного, чтобы уволить ее за это. Но коллектив заступился, сказали, что она в жизни не пьет, и ее просто от одного бокала вина развезло. И я решил, ладно, прощу ее, но через месяц я все равно ее вынужден был уволить, потому что у нее было второе нарушение. Она пользовалась реквизитами моей фирмы, а работала где-то на стороне. Ну, там нет ничего. И когда, и вот в тот момент, когда я ее увольнял, я и узнал, что она беременна. Так, подождите, пожалуйста. Вы узнали, что она беременна, но она вам не сказала, что от вас. Смотрите, как была ситуация. Значит, я когда увольнял, сказал, у тебя все, два косяка. Так работать я с тобой не буду, я тебя увольняю. Она в ответ как бы вот показала свое истинное лицо. Она начала меня обвинять, какой я плохой. Потому что так и есть. Какой я плохой работодатель. Да, да? Так и есть. Что я плачу копейки своим сотрудникам. Поэтому пришлось использовать костюмы, чтобы колымить. Что я их эксплуатирую, да, что я построил себе дворец. Да? Конечно, дворец. Да. Ваша честь, вы видели, что да, это за дворец. Меня так это взбесило. Я вызвал охрану, они вышвырнули из офиса. Знаете, что после этого началось? Значит, меня она засыпала гневными смс-ками, комментариями моих страниц в соцсетях о том, что я очень плохой работодатель. И не было ни слова о том, что я являюсь отцом твоего ребенка. Угу. Понимаешь? А вы отмечали на эти гневные комментарии? Не, я решил, вот с сумасшедшими людьми я не буду вступать в переписку. Это потом, оно потом чуть прекратилось. А, я вижу, да. Вот у нас на экране вы, Михаил Владимирович, плохой человек. Да. Будьте вы прокляты. Да. Ну что, Михаил Владимирович, как вам по ночам спится после моего увольнения?
Она потом это чуть прекратила делать, но через некоторое время, ну, буквально там 2 месяца назад, она снова нарисовалась в моем агентстве. И знаете, что она сказала? Она сказала, что она считает, что я отец ее ребенка, и только поэтому я должен ее опять трудоустроить. И более того, помимо просто зарплаты, еще должен выделять деньги, которые она будет своей маме отправлять, которая будет должны, сидеть своей дочкой. Потому что вы отец моей дочери. Я не отец твоей дочери. Ну, конечно. А вы женатый человек же, да? Я так понимаю, у вас дети есть от жены. Ваша честь, поймите меня. Как вы отреагировали на это? У меня двое детей, я их очень люблю. Я многого в жизни достиг. Я вообще не хочу ставить ни под какой-то удар, особенно вот сексом с этой провинциальной деревенщиной вообще. Понимаете, да? У которой нет ни таланта, ничего. Есть у меня талант. Нет у тебя таланта. Есть. Твой потолок – это роль козы. Ну, конечно. Да. Угу. Уважаемый суд, я вот прошу вас пригласить Лану Баранкину, это моя сотрудница, которая арендовала комнату вместе с Сутуловой. Она точно подтвердит, что я не отец этого ребенка. А, вместе они жили, да? Они вместе жили, да, в одной комнате, да. Да, будьте добры, Баранкину Светлану пригласите, пожалуйста. Это еще подруга называется. Откуда ты знаешь, что она скажет? Может, она за тебя? Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Скажите мне, пожалуйста, Светлана, как я поняла, вы помогли Галине в Москве обустроиться. Рекомендовали ее на работу, в фирму к ответчику. Правильно все? Да, верно. А вот она утверждает, что родила от него ребеночку, дочку Ксению. Это правда? Нет, это абсолютно неправда. Михаил Владимирович никогда отношения с сотрудниками не заводил. Проверено на личном опыте. Да что? Я просто, когда к нему в агентство устроилась, я решила, что с моей внешностью легко будет хозяина подцепить. Ну и я там год флиртовала. Ну, в общем, в открытую пыталась его в койку затащить, но... мне было тяжело сопротивляться этим. Да, ладно. Но у меня ничего не вышло. А может, он просто не в его вкусе? Ну, может, он брюнеток предпочитает, нет? Мне кажется, он просто хороший человек и очень ответственный. Вот, очень хороший верный муж, да? И верный муж. Да. В общем, я о том, ваша честь, что вы посмотрите на меня и на Галю. Ну, если мне не удалось, то ей синему... А что со мной не так? Подождите. Ой, замолчи. То ей синему чулку и подавно. Я... Подруга мне тоже. Вы потом будете мериться, ладно, красотой? В общем, я вообще, когда с ней познакомилась, она мне не очень понравилась. Но мне срочно надо было девчонку, чтобы квартиру вместе оплачивать. Ну и я предложила ей жить вместе. Еще и Михаила Владимировича уговорила ее на работу к нам взять. Но каково было мое удивление, когда к концу августа вот она уже мутила со Стасом Жилякиным. Это кто? Я? Стас Жилякин, он у нас в агентстве работает. Ну, у него внешность, конечно, не ахти, он такой пухляш. Но актерское образование имеет, периодически в сериалах снимается, ну и в агентстве у нас подрабатывает. В общем, Галька от него родила. Угу. Лан, ты что такое говоришь? Ты зачем врешь ты вообще? Все, вот так вот, все, чистая вода. Да. Так я тебя сама со Стасом застукала в нашей квартире. Да, конечно, когда это? Это было на следующий день после 22 сентября, когда на дне рождения сына Михаила Владимировича ты напилась и в костюме козы в клумбу упала. Это что упала? Происходит? Да, я вообще не пью. Вот он еще тогда тебя уволил. Я напилась. Ваша честь. Да. Так. Я 23-го пришла домой. Пытаюсь дверь открыть, а она заперта изнутри. Ну, я, естественно, звоню. Никто не открывает. Через 5 минут Галя удосужилась открыть. Я говорю, что за дела? Она такая, глазки в пол. Я вообще машинально дверь закрываю. Иду в комнату. Там на диване Стас сидит, рубашка наизнанку одета. Ну, я думаю, все сильно, понимают, чем они там занимались. Скажите мне, пожалуйста, а вот когда Галина забеременела, она вам сказала, кто отец? В конце октября ее мутить стало. Ну, я ей сразу говорю, иди в аптеку, беги за тестом, небось залетела. Ну, тест подтвердил, что она в положении. Она сразу рыдать стала. Я говорю, а что ревешь, успеешь аборт сделать? Она говорит, нет, я ребенка убивать не буду. Я говорю, ну какие проблемы, рожай. Стасу уже 30-ник, на роль отца годится. Он не миллионы, но зарабатывает. У него, правда, с квартирами там проблема, потому что сам из Подмосковья и из какой-то многодетной семьи. Они там друг у друга на головах живут. Ну, в общем, ну квартиру будете вместе снимать. Да, еще больше реветь стала. Говорит, я не такой жизни хотела, я актрисой хотела стать.
мужа состоятельного найти. В общем, ваша честь, мало ли кто о чем мечтает, но ребенок стопудово от Стаса, а не от Михаила Владимировича. Ну, да. Как тебе не стыдно? Еще подругу называет. Это тебе стыдно, что ты хороших месте. Людей оскверняешь. Ну, конечно, о. Хороших. Молчала бы, а? Ваша честь, можно пригласить, пожалуйста, Стаса Желякина? Это мой друг, и он подтвердит, что это не он является отцом моей дочки, а Михаил Владимирович. Да, конечно, Желякина Станислава, пожалуйста, пригласите. Спасибо большое. Жаль, что ребенок от лучшего друга. Да, от лучшего друга. Так это же хорошо. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста, вставайте к истцу, к Галине. Скажите, пожалуйста, от кого ваша подруга Галина родила свою дочь Ксению? Ну как от кого? От Орлова Михаила Владимировича. Вы тоже, я так понимаю, чувствуете в его агентстве, да? Да. Расладелец, а что вы так смотрите, да? Михаил Владимирович? Расладелец, такой отец, что? Да? Я знаю, о чем вы думаете. Вы меня уволить собираетесь после этого, да? Не знаю. Так расслабьтесь, я сам увольняюсь, я больше не хочу с вами сотрудничать. Так. Да. Ну, хорошо. Ваша честь, на день рождения у своего сыночка этот человек все время подливал вино Гале. Все время ее опаивал. Ну да, я слушаю. Да, да и сам хорошо на грудь я принял. Слушаю. И когда мы оказались рядом, я вас спросил, что я вам сказал? Какой Михаил ты человек? Ну, ты а зачем вы подливаете вино, ну, Гале? Ну ты Стас, да ее. Мы же сами правила вели на работе. Сухой закон. Правильно. А что вы сказали? Вы заржали. И в каждом правиле есть свое исключение. Но вы так сказали? Нет. Я все правильно повторил? Нет. Нет. А потом Галя упала, и вы помогли мне ее отнести в гримерную комнату. Навалялась она пьяная была. Да, и мне была. Сказали, свободен. Навалялась, я пьяная. Навалялась пьяная. А, то есть он вас из гримерки выгнал? Да, а сама остался выгнал, там наедине, да, с Галиной? Да, у нас потом сотрудников накормили, он даже пить всем разрешил. Ну, такой плохой человек, типа, гостеприимный, да. Гостеприимный такой у нас, да. У меня, я, кстати, через 30 минут, когда мы сидели за столом, через 30 минут я лично видел, как он вышел из этого домика, где была гримерная комната, и проверил, застегнута ли у него ширинка. Какие у меня хорошие сотрудники, я все время проверяю. Серьезно, проверили? Естественно, да. Так что у меня нет сомнений, что это именно он сделал Гале ребенка. И она не такая гулящая, как он пытается ее сейчас выставить. Кроме тебя у нее никого не было. Я бы знал точно, потому что мы с ней дружили. Мы были друзьями, да и есть друзья мы сейчас. А вот все дело в том, что некий Плотников Григорий Витальевич считает себя биологическим отцом Ксении и подал иск об установлении своего отцовства. Два дела были объединены в одно исковое производство. Пригласите, пожалуйста, Плотникова Григория Витальевича в зал суда. Кто это такой? Господи, он-то тут что забыл? Ты артистка, точно. Погорелого театра. Ну, может, это и друг просто. Может, у меня всякое бывает. Подал тест на отцовство, да? Это знакомый просто из Зуевки. Здравствуйте, Григорий, проходите, пожалуйста, какая нелегкая сюда. Ты что тут делаешь? Ну, вкус у тебя не очень, конечно. Присаживайтесь. У тебя зато очень. Тишина в зале суда. Расскажите, пожалуйста, Григорий, суду, какие у вас отношения с Галиной? Она является ответчиком по вашему иску. Ну, мы с ней, у нас это, общий ребенок, Ксюша. Ничего у нас не общий ребенок, это моя дочь, ну, а так не твоя. Ну, так есть. Ты что, да она же у нас в Зуевке живет с мамой. А своей. Почему вы уверены, что Ксения ваша дочка? Какие основания у вас утверждают, что вы являетесь биологическим отцом? Ну, я уверен. И вся деревня у нас уверена, и Раиса Вениаминовна тоже уверена. Ну, мама. Это кто Дали. Такая? Ага. Вот. Она сейчас у нас в Зуевке с ребенком сидит, следит за ней. Вот. А мне она велела, значит, тест на отцовство установить, вот, и вместе с Галей домой обратно вернуться. Мама Галя велела вам. Да, Раиса Вениаминовна. Вот. А, значит, блин, а я, ну, с Галей с Зуевки. Вот, мы с ней на одной улице живем. Ну, то есть я как это, переехал сейчас временно в дом Галиной маме, чтобы что? С Ксюхой помогать. Это вообще да. Просто. Ты зачем, ну, вот, туда переехал? Кто тебя звал вообще туда? Сам я на лесопилке работаю. Вот. А с Галей мы со школы еще встречались. Сразу после школы я ей предложение сделал. Вот. А она говорит, я актрисой хочу стать. Вот. И, короче, уехала она в Москву, мы ее уговаривали остаться, но она упрямая, вот, уехала, и никуда она не поступила, и в Зуевку тоже возвращаться не захотела. Конечно, вот. Не захотела, что мне там и делать. Раиса Вениаминовна говорит, мол, тебя там ждет твоя любовь. Гриша, ты это, езжай, забери ее, сделай, что хочешь, но пусть она домой вернется. А вот, а я типа говорю, а как я это сделаю? Я же ее силой-то не заставлю, ваша честь. Вот. Ну, а Раиса Вениаминовна план разработала.
И что же это за план, который разработала Раиса Вениаминовна? Вот, а я, значит, как это, должен был Гале с огорода картошку, капусту, морковку привезти и зависнуть у нее там дня на три и это, ребеночка сделать ей. Господи, какой вот. Сутулова, твой уровень. А это значит, загрузили мы... Так, пожалуйста, продолжайте. Загрузили мы отцовскую семерку, я поехал, приехал, а Галя меня в квартиру, ну, она не пустила. Она сказала, что у нее соседка Мегера и против посторонних возражает. Что ты сказала? Ну, а ты это... как есть, потому что ты есть Мегера. Ну, и, в общем, я... И сейчас это... вот твое лицо истинное показалось. Три дня-то в машине жил возле того дома, где Галя квартиру снимала. Три дня? Почему вы там жили три дня? Пытались уговорить? Нет, мы вот... у нас все получилось. Мы же с ней все равно ребеночка-то сделали. Все у вас получилось. А как же у вас получилось, если она вас на порог не пустила? А в машине у меня там эти... Ну, семерка нормальная такая, там эти раскладываются, эти самые передние сиденья. Вот. И вот мы с 15 по 18 сентября, вот, ребеночка-то делали, а в последний день вечером уже поздно было, нас застукала бабка. Какая бабка? С собакой. Что мы там заделали? Она что-то в окно стучала, кричала, что мы развратники, значит, что она там полицию заявит. Ну, а Галя сказала, что это соседка с первого этажа там. А вот девочке-то сейчас год, почему же вы не вписались отцом в свидетельство о рождении? А, ну, тут, понимаете, такое дело, что Галя-то, когда беременная в Зуевку вернулась, вот, она на меня очень сильно сердилась. Типа она кричала на меня, что я же обещал быть аккуратным, вот. А Раиса Вениаминовна говорит, ну, наоборот, все хорошо получилось. Вот. Ну, да, Галя-то еще больше рассердилась, родила дочку. Меня не стала в отцы вписывать. Она потом снова укатила в Москву. Потому что ты не отец. Все богатое, на самом деле. Она укатила и говорит, я все равно стану этой, как там, артисткой. Да, стану. Вот. А Раиса Вениаминовна говорит, что эту всю дурь из тебя надо выбивать из твоей головы. Галь, ну поехали уже домой. Ну, у нас же там ДК есть, драм-кружок. Ты там хоть каждый день играй. Иди ты со своим ДК, со своим кружком. Слушай, ну... А что ты так сразу отказываешься? Ты о ребенке подумай. Ей уже скоро годик. А ее воспитывает бабка и папка. Какой папка? А ребенку мама нужна. Папка нашелся. Галь, поехали. Поехали. Установим отцовство. Какое отцовство? И поедем домой. Ну, эту Москву. Я только хотела спросить, Галина, а получается, что действительно сейчас Ксения с вашей мамой, с Раисой Вениаминовной? Да, моя дочь сейчас с моей матерью. Угу. А получается, что Григорий правду сказал? У вас были с ним интимные отношения? Да не было у меня с ним интимных отношений, он все врет. Ваша честь, были. Три дня в машине. Не было ничего. Еще до этого были. Пришло время ознакомиться с результатами генетических экспертиз. Тишина в зале суда. Принесите, пожалуйста, конверты. Спасибо. Итак, сначала оглашаются результаты генетической экспертизы Плотникова Григория Витальевича. В рамках проведенного исследования методом молекулярной генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Плотникова Григория Витальевича и Сутуловой Ксении Михайловны. По результатам настоящей экспертизы Плотников Григорий Витальевич не является биологическим отцом Сутуловой Ксении Михайловны. Потому что ты, потому что я говорила, что отец Орлов. Он... Мы все ставим Михаил, на тебя, мы болеем все, за тебя. Фига себе, Галька, ну ты вообще артистка, а? А мама-то что скажет-то наша? Да что она скажет, что она скажет? Да ты ж как только на меня не проклинала, не обзывалась на меня, что я тебе ребенка-то сделал. Ты ж когда в Москву поехала, ты ж меня слово взяла, что я маме буду помогать ребенка воспитывать. Это самое, ну нифига себе. И что получается? Отец ребенка Ксюшеньки, это вот этот вот владелец агентства, в котором она работала. Да? Директор, мы себя берем. Это он ее отец. Он тебе пироги принес, а ты? Михаил Владимирович, если вы не хотите, чтобы я в вашей жизни как-то появлялась со своей дочерью, чтобы я его к вам на выходные привозила, поверь, не хочу. То давайте так договоримся. Я вот согласна на то, чтобы вы купили мне квартиру. Тихая на окраине, двухкомнатную квартиру. Да хотя бы одну. Я да. тогда, да, одну. Мне не надо много. А можно мне двухкомнатную квартиру? Можно? Вот, я тогда перевезу мать свою вместе с дочерью. А сама буду продолжать поступать год за годом на актерский. И поступлю, и стану актрисой. Обязательно. Буду знаменитой. Я даже не знаю, что сказать. Все возможно. Так и будет, да. Пришло время ознакомиться с результатами генетической экспертизы Орлова Михаила Владимировича.
В рамках проведенного исследования методом молекулярно-генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Орлова Михаила Владимировича и Сутуловой Ксении Михайловны. По результатам настоящей экспертизы Орлов Михаил Владимирович не является биологическим отцом Сутуловой Ксении Михайловны. Да я же говорила, ну, что это он, а? От сердца отлегло просто. Так, а значит, вероятность была? Ну, я чуть волновался, да, потому что я могу сказать честно, ну, был у меня один раз все-таки сутулый, да, вот тогда в гримерку я зашел, врал тогда? Все, ты врал, мы все были тогда? Пьяны, подожди, все были пьяны, она мне бросилась на грудь, и как-то все это само получилось, если честно. Но теперь тебе дорога в Зуевку, и там будешь играть в театре теней, потому что роль козы в Москве – это для тебя потолок. Так, получается, это я, наверное. Ну, Стас, да. По остаточному принципу. Галя, я, в принципе, не против. Я не против стать отцом. Ты перевози дочку в Москву, снимем квартиру. Нет, какую квартиру? Да, я потяну. Ваша честь. Я на двух-трех работах, я потяну. Ваша честь, Стас действительно может быть отцом моей дочери. Ну, Стас. У нас не было разок, но мы предохранялись. Всякое бывает. Он сказал мне, что я ему нравлюсь. Увольняешься, нет? И он мне нравится. В общем, мы переспали. А потом он начал говорить. Давай, мол, выходи за меня замуж, роди мне ребеночка. Будешь дома сидеть, меня со съемок ждать. Да, да. А потом, когда дочка вырастет, или сыночек, когда вырастет, будешь ему показывать по телевизору на папу. Будешь показывать и говорить, какой у тебя папа, смотри, известный. Артист. Я тогда чуть не подавилась. Я сказала, что я не собираюсь в ближайшее время рожать. И вообще, я тоже хочу стать актрисой. Да мамой лучше стань, мамой. Но он на меня так посмотрел, вот как будто у меня ничего не получится. Но у меня все получится, у понятно? Все получилось. Я стану актрисой, обязательно. Женой, моей хорошей женой. Я не буду твоей женой, я стану актрисой, известной. И это на меня дочка будет смотреть в телевизоре и говорить, что ее мама известная знаменитая актриса. Понятно? Браво. Понятно. Суд удаляется для вынесения решения. С вами мы потом поговорим. От тебя я не жду ничего, и мне не интересно твое мнение. А я и не собираюсь, ради бога. А с тобой мы все решим, все будет хорошо. Соглашается решение суда. В иске Сутуловой Галины Анатольевны об установлении отцовства Орлова Михаила Владимировича отказать. В иске Плотникова Григория Витальевича об установлении его отцовства отказать. Суд не устанавливает отцовство ответчика Орлова Михаила Владимировича, потому что утверждение истца Сутуловой Галины, что ответчик является биологическим отцом ее дочери, опровергается заключением молекулярно-генетической экспертизы и другими обстоятельствами, установленными в ходе данного судебного разбирательства. Суд отказывает Плотникову Григорию Витальевичу в его иске об установлении отцовства, потому что его утверждение, что он является биологическим отцом ребенка, опровергается заключением молекулярно-генетической экспертизы. Судебное заседание закончено.